Николо Альбигарти был весьма известным в свое время человеком. Он занимал высокие церковные посты, пользовался особым доверием папы. Рассказывали, что он изнурял себя постом и молитвами, спал на соломе. Не раз кардинал путешествовал по Европе, выполняя сложные поручения церкви. Везде его встречали с великой пышностью и почти королевскими почестями. Однако внешняя показная сторона жизни кардинала не нашла отражения в портрете. Еще осенью 1431 года, когда Ян ван Эйк работал над Генским алтарем, кардинал проезжал через Гент. Воспользовавшись этим, художник сделал рисунок, послуживший впоследствии основой для портрета. Он не подчеркивает высокого общественного положения Альбигарти, не показывает его фанатизма. На портрете мы видим усталого, пожилого человека, погруженного в задумчивость. У него спокойный, умный взгляд, линии рта, весь скромный и простой его облик сохраняют неповторимое, только ему присущее выражение. В отличие от итальянцев, Ян ван Эйк не старается решительными штрихами как бы вырубить фигуру из пространства, наделить ее самостоятельной активностью. Здесь очевидна параллель Генскому алтарю. Фигура Адама и Евы, анатомия, конструкция тела передавались достаточно приблизительно, тогда как поверхность кожи с редкой наблюдательностью. У Адама изображен на теле каждый волосок. Внимание ван Эйка привлекает не скульптурная масса головы, а мягкая податливость старческой кожи. А если говорить о трактовке личности, то неспособность человека к действию, а его индивидуальная мимика. Например, манера немножко косить ртом. Сама мысль использовать модель в качестве лишь сырого материала для художественного обобщения испугала бы его своей еретичностью. Исполненный несколько позже художником живописный портрет Альбигарти чистее, жестче, энергичнее. И здесь не столько разница подготовительного наброска и окончательной работы, сколько иной подход к задачам портретирования и иное представление о человеке. Можно уже говорить об образе изображенного Николу Альбигарти. Исчез преувеличенный интерес к передаче натуральности старческой кожи. Если в рисунке Николо Альбигарти наиболее художественно активной деталью художника был рот, то здесь внимание акцентрировано на глазах. Создается впечатление, что художник ищет еще неясные для него самого, но уже ощущаемые им внутренние свойства человека, которые не могут быть раскрыты путем одного лишь благоговейного воспроизведения живой натуры.